собираемся в школу. Арсен, ну-ка посмотри сюда. Ты готов к школе? Скажи да. 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 Ну ничего, скажи, первый день, я не выспался еще, да? А так готов. Где твоя школьная форма? Где там она? На тебе же. А, вон, покажи галстук ты мне. Ой, какой галстук красивый, я не вижу. Ну-ка поближе, давай посмотрим. Вот какой галстук. Еще у нас два галстука. Ну, ты пока один одеваешь, да, сегодня? Да. Вон и Юля собирается. Юля, а ты что, одеваешь кофточку? Да. Молодец, молодец, молодец. Видишь как? Там еще мама что-то смотрит, наряды какие-то еще есть там. О, еще тут еще галстук один красивый. Это под другую рубашку, да? Да. Ну хорошо. А сегодня ты какую рубашку одеваешь? Какого цвета? Белую. Белую, да? Ну давай, одевай белую рубашку. Вот, хорошо, молодец. Ну ладно. Видишь, и будешь и с галстуком с этим. Ну застегивай тогда рубашку. Зачем? Арсен, ну-ка, посмотри сюда. Папа, не одевай пока, папа, сейчас потеет. Сейчас потеет. Ну как, галстук тебе, посмотри-ка сюда. Ой, как здорово. Я не знаю, что-то я снимаю, резкости так никакой совершенно нету. Куда Арсен, Юля, пойдет, скажи? Арсен пойдет в школу. Видишь, он с красивым букетом у нас готовится к школе. А Юля у нас пойдет на улицу с дедом гулять. Где Юля? Ну-ка выгляни. Где я тебя не вижу? Вот ты там, да? Вот. Ну, ты готов к школе, да? Интересно. Сейчас все ребятишки с букетами, с красивыми. Ты тоже пойдешь с красивым букетом. И Юлька тебя будет провожать. Понюхаешь? Да? Желтый и красный. Так. Ой, подожди. Тут у нас Арсен идет в школу первый раз. Шапку нацепил. Ну-ка, сними шапку, и я буду снимать без шапки. Да ладно, не холодно. Вы что? Сними, сними. Вот. Вы так быстро идете, я за вами не успеваю. Иди, 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 иди. Вот, счастливо тебе в школу. Ой, это что, я снимаю видео, что ли? Юль, ты тоже пошла туда, да? Ты тоже идешь в школу? Вот, Юля тоже идет в школу. Ну, идите, спускайтесь теперь вниз. Спускайтесь. У нас сегодня праздник. Тут ребятишек много. И дедушка тут у нас ходит. И Юлька с нами вместе. Вот и Арсенчик там стоит. Тут наша школа. Ты посмотри, вот такие клоуны интересные. Видишь? Ой, сколько интересного здесь. Скажите, пожалуйста, первый Б-класс кто? Арсенчик. Арсен. А Юлю позови. Юля, помаши ручки бабе. Ой, привет, привет, привет. Вот здесь интересные такие клоуны у нас. Вот, мама Ильнара тут стоит. И поднимаете все свои цветы наверх и как будто складываете в один букет. Попробуйте. И так помашите. Ура! Все будут вам целовать. Вы этом опускаете свои букеты и возвращаетесь на место. А все будут смотреть на вас и хлопать вам. Согласны?
Ой, бегом, бегом, бегом в школу, бегом. Вот прям бегом в школу, побежали. Только сзади получается, ничего не видно. По нашей букетику. Хороших друзей, добрых учителей. И пусть каждый день новые таланты, новые знания и новые открытия знаний. Хочу пожелать вам найти хороших, верных друзей. И боятся выходить на сцену. Дорогие первоклассники, мы поздравляем вас с этим 1 сентябрем. Для вас это самое начало, а для нас уже конец. Ах, какое утро расцвело! Осень золотом листвы стучится в двери, чтобы ты проснулся и поверил, что сегодня 1 число. Ведь сегодня самый первый раз ты стоишь у школьной двери, волнуешься, веришь и не веришь, что сегодня 1 число. И сегодня только для тебя напоет звонок свой славный гимн, поведет в далекий край за ним по седым страницам букваря. Первый раз вчерашний озорник вдруг поймет, что стал сегодня взрослым, и домой придет уже серьезным и покажет скорбность у дневник. Первоклассник пред тобой, у меня портфель большой, ранец новый за спиной. У меня сегодня праздник, не бывало лучше дня, потому что первоклассник называют все меня. Кто сегодня рано встала, в школу быстро прибежала? Ну, конечно, это я, и со мной моя семья. Книжки мне сегодня снились, строим шли в портфель, ложились, карандаши в тетрадки написали, все в порядке, мы чисты, опрятны, новые для учебы мы готовы. В зеркало я сегодня очень долго на себя смотрел, удивлялся все, как, когда же вырасти успел, был вчера малыш-разбойник, а теперь я взрослый школьник. Большой и светлой школе для нас открыта дверь. Мы все пришли учиться, мы школьники теперь. Ура! Первоклассный букет на всей земле. Вы согласны? Согласны? И это наша школа, и это наши первоклассники, лучшие в мире. Спасибо вам. Возвращайтесь на место. Готовы? Ведь после этого звонка отправляемся учиться. Или еще минуточку постоим. Итак, ладошки вверх. Ваши аплодисменты. Звучит первый в этом году звонок на урок. Ваш первый самый урок. Вспоминаете?
Вам казалось, что это огромный дяденька или такая красивая девушка. А это были ученики 10 класса. И сейчас право отвезти наших самых лучших первоклассников в мире на их самый первый урок предоставляется старшеклассникам. 9 А берет за руки 1 А класс, 10 класс ведет в школу 1 Б класс и 11 класс отводит в школу 1 В класс. Разбирайте своих учеников, но смотрите, не потеряйте никого по дороге. Они нам все нужны до одного. Мам, подойди сюда поближе. Учителем английского языка высшей категории. Надежда Григорьевна ведет большую творческую работу по воспитанию патриотизма, любви к родине. Она прививает учащимся интерес к изучению английского языка. В добрый час, ребята! Первый Б-класс возглавляет... Видео снимают. Видишь, они там сейчас. Детишки наши ушли уже. А вы позируете, я же видео снимаю. Помашите маме ручкой. Юля, иди сюда. Да, сейчас мы пойдем в магазин, с тобой купим чупас. А Арсен пошел в школу. Он у нас в школе будет, потом придет. Хорошо, Юлька? Да, Юль? Пойдем в магазинчик сходим.